Добрый день, друзья и недруги. Меня в свое время Сергей Гармаш удивил, сказав, что самый интересный вопрос, который задавали мои коллеги, был про смерть. Точнее, думает ли он о смерти? Я объясню, почему я был удивлен, потому что я лет с 12 думаю о смерти. Тем не менее, этот вопрос, думает ли вы о смерти, я с тех пор задаю многим, в основном коллегам Сергея Гармаша. И, по моим ощущениям, не всем этот вопрос нравится. Вот посмотрите на реакцию моего собеседника. Я задам вопрос, который вообще раньше не решался задавать до беседы с Гармашом, а он мне сказал, что вот мне так понравился вопрос на творческой встрече. Меня спросили, думаете ли вы о смерти? Я думаю, ба, вот это вот может как-то человека поразить, и я... Прям хочу вас поразить сейчас этим вопросом. Вы думаете о смерти? Если думаете, что именно? Я не думаю. А вы не думаете о смерти? Нет. Вот вы первый человек, который не думает о смерти. Это я хорошо. Вы верите в реинкарнацию или верите в то, что смерти нет? И вот я думаю, нет. Я знаю, что она есть, я ее видел много раз. Угу. Ну, то есть вы не верите в бессмертие души? Я не знаю, что там есть, а если бы что-то там было, наверное, угу, все-таки за такое большое количество времени кто-нибудь бы рассказал. Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».